Всем доброго времени суток! Вы на канале Топотун ТВ, и сегодня у нас история про нашего самого боевого и терпеливого блефара-пацака Морфы Макс Сноу. Все началось с того, что мы поехали в магазин с сверчками и другим кормом для рептилий, и нам предложили Эушку за 500 рублей. Оказалось, кто-то подкинул коробку к главному входу магазина и бросил Эушек на произвол судьбы. Так у нас и появился пацак. Был он в очень плохом состоянии, сильно истощен, и появлялись начальные стадии рахита. Мы выходили его, откормили, и спустя месяц он полностью восстановился. Такой сложный поворот судьбы этого блефара наградил его невероятной выдержкой, выносливостью и боевым закаленным характером, пройдя такую сложную ступень в своей хладнокровной жизни. Когда мы с моей девушкой жили еще раздельно, эта рептилия жила у меня, и каждый день, приходя с работы, она вдохновляла меня. Я сажал ее на плечо и занимался бытовыми делами по дому, а пацак сидел и смотрел за тем, что я делаю, и даже не думал никуда уползать. Сейчас эта рептилия живет вместе с нами. Про возраст мы можем только предположить. На вид ему около года. По размеру он схож с нашим еще одним блефаром Рыжиком. Аппетит и навыки охоты у пацака на высшем уровне. Только и успевай пинцет за ним убирать, а то бы и заточил. К другим блефарам относится дружелюбно, с интересом всех осматривает и с осторожностью наблюдает. Ставь лайк, если любишь Эушек. А на этом у нас все. Всем пока-пока.